Спустя неделю после релиза финальной формы в игре стали доступны первые в своем роде экзотические классовые предметы. Плащ охотника, метка титана и повязка варлока. Они уникальны еще и тем, что каждый включает в себя случайный набор экзотических перков от других экзотических предметов в игре. Звучит имбово, согласитесь. Это практически равнозначно тому, чтобы носить два экзотика одновременно. В этом видео разберемся, как их получить, но сначала я расскажу, что делать, если не хватает времени или возможности закрыть все новые квесты самостоятельно. Можно обратиться за помощью к сервису Dwing, который уже много лет помогает стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Весь контент нового дополнения «Финальная форма» может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. Ссылку на сайт оставлю в описании. Теперь давайте к гайду. Итак, как же получить эти классовые экзоты? Для этого нам нужно пройти особую миссию – Две судьбы. Миссия станет доступна вам только после прохождения всей сюжетной кампании финальной формы и разблокировки всей локации Бледное Сердце. Так что убедитесь, что кампания пройдена и выполнены все квесты от Микки 10, которые заточены на изучение новой локации. И последнее. Обратите внимание, чтобы пройти эту миссию, вам обязательно нужен один напарник. В соло или втроем ее просто не запустить и не пройти. Таков дизайн миссии. Но помните, что в игре сейчас есть инструменты для поиска команды, так что найти кого-то не проблема. Для того, чтобы получить доступ к миссии, вам сначала нужно выполнить череду заданий в открытом мире в локации Бледное Сердце. Начать нужно с нового публичного ивента – Свержение. Вам потребуется пройти его в трех локациях полностью до финальной волны. Один полный забег в Прибытии, один в Цветении и один в Мертвой Точке по очереди. Отправляйтесь в Прибытие, выполняйте ивент, убивайте босса, а затем следите за инфой в левом нижнем углу экрана и ждите сообщения «Хранительница тайн королевы ведьмы уже близко». С этого момента у вас будет 5 минут для того, чтобы отыскать на локации ведьму Сияющего Улья, которую нужно уничтожить до истечения таймера в 5 минут и начала следующего ивента свержения. Убедитесь, что прожмете добивание на ее призраке, а после ее убийства перемещайтесь в Цветение и выполняйте ивент свержения тут. Также ищем после этого завершения ведьму Улья и в последний раз повторяем то же самое на локации Мертвая Точка. Показываю, где искать ведьм на каждой локации. После того, как вы уничтожите всех трех боссов ведьм на трех локациях, отправляйтесь в другую, в преломление, и обратите внимание на небо. Вы заметите яркий зеленый луч от облаков до земли. Добирайтесь к нему. Прибыв на точку, убиваем мобов, всех которых видим, и двигаемся вперед. С мини-боссов в конце пути дропаем два релика, светлый и темный. Идем с ними обратно и заносим темный баф в темную платформу, а светлый в светлую, они чуть выше. После этого на карте под вами появится отметка для старта
нужной нам экзотической миссии «Две судьбы». Сама миссия, как я сказал, рассчитана на прохождение вдвоем. Механика миссии тоже, соответственно, вовлекает именно двух игроков в прохождение. На протяжении миссии вам нужно будет обращать внимание на то, какой каждому дается баф – согласие со светом или согласие с тьмой. Какой баф дан, на такую платформу и встаете. Так вы открываете двери и разблокируете себе путь по миссии. Вторая механика связана с накоплением частиц и отстрелом нужных символов. Символы, которые использовались в рейде «Клятва послушника» из «Королевы ведьмы». Первый раз вы попадаете вот в эту комнату. Разделяетесь по бафам, светлый игрок идет вниз, темный наверх. Чистите мобов, а потом с убитого сильного моба подбираете частицу, как из гамбита. Собрав нужное количество, в первой комнате их всего надо две, один игрок будет видеть символы на постаментах, а другой, наверху, будет видеть ключи с символами. Тот, что видит у постаментов, называет их, и второй игрок отстреливает нужные ключи. Во второй комнате принцип тот же, только постамента и, соответственно, символов будет 3. Частиц вам нужно будет накопить тоже 3. В третьей комнате 4 частицы и 4 символа. В общем, все просто, по нарастающей. По поводу порядка отстрела, мы называли символы слева направо и также отстреливали. Добравшись через этап с прыжками и прожимая такие же темные и светлые платформы до этого зала, вы встретитесь с третьей механикой. Давайте назовем ее циферблат, ну или сейф. В центре вы заметите вот такую круглую конструкцию. С ней вам нужно будет взаимодействовать, отстреливая нужные замки. Задача новая, но принцип старый. Встаете на платформы света и тьмы для запуска этапа, затем отстреливаете мобов и ждете появления мучителя на центре. Игрок, который добьет мучителя, видит один набор лучей, указывающих на замки. Второй игрок видит другие. Ваша задача сказать друг другу, какие замки светятся у каждого, определить те, которые светятся и для одного игрока, и для другого, и отстрелить именно их. Сделать это для прохождения этапа нужно 3 раза. Мы для простоты инфы пронумеровали их по часовой стрелке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. После этого этапа снова прыгаем по платформам и прожимаем свет и тьму, а потом оказываемся на арене с боссами. Да. Боссами, их 2. Но механика боя у каждого та же, что применялась на прошлых этапах. Первый в какой-то момент уйдет в щит, и чтобы снять его, вам нужно будет снова отстрелить символы. Один игрок смотрит комбинацию перед боссом, а второй отстреливает. Мы отстреливали, называя их сверху вниз. После этого щит у босса спадает, проходит еще одна фаза урона, а потом появляется второй босс. Его также бьем до того момента, пока он от вас не сбежит, а вы расходитесь по сторонам в этот момент и смотрите на сейфы. Вроде того, что встречался вам ранее в этой миссии. Точно так же. Ищите лучи, которые указывают на те замки, которые будут одинаковыми для двух сторон. Лучи тут меняются довольно быстро, а замков 12, а не 9. Так что это потребует определенной концентрации. Надеюсь, вы умеете пользоваться аналоговыми часами. Просто называйте время как на часах. На самом деле так супер просто будет. Если я называю, скажем, 12, 3, 5, 6, мой напарник смотрит на свой циферблат и видит, ну, например, вот что-то такое. Значит, мы должны стрелять в 12. 12-й ключ. После того, как вы введете 3 шифра, щит с босса спадет, и они оба начнут вас атаковать. Но поскольку вы их били до этого, им останется нанести не так много урона, всего лишь треть от их запаса здоровья. Если же у вас не будет хватать времени, за несколько секунд до истечения таймера на задней части локации появится ведьма сияющего улья, убив которую вы добавите к таймеру еще плюс 3 минуты. После смерти боссов проходите в зал далее и не буду подсказывать, что делать дальше, там вне зависимости от действий вы все равно пройдете миссию и получите экзот. Разве что намекну, что выбрав определенные действия, у вас появится возможность поиграть тут со своим напарником в PvP раз на раз. Можно ли фармить эту миссию? Да, экзотическая миссия «Две судьбы» фармибельна. Это значит, что если вас не устраивают перки вашего экзотического предмета, вы можете перепройти миссию, чтобы получить новый предмет с другими перками. Кроме того, после первого прохождения экзотической миссии «Две судьбы» у вас появится возможность получить классовые экзоты из сундуков в локации Бледное Сердце. Они выпадают редко, но сундуки более высокого уровня свержения, например, имеют больше шансов дропа. Для того, чтобы получить экзот предметы на своего персонажа другого класса, миссию нужно будет пройти на нем, соответственно, отдельно. На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, гайд был полезен. Если так, не пожалей лайка и подписки на канал. И до связи. Самый лучший из лучших, сэр. Отличник.